друзья, подписчики, гости и неравнодушные к нашему творчеству, стихов и песен, авторских песен нашего канала. Сегодня опять нас постигло горе. Не стало нашего любимого, также актера, песенника, также в недалеком прошлом рок-музыканта, в общем, артиста хорошего, Петра Мамонова, не стало. Также постигла эта участь, что вот это зараза уносит многих уже известных звезд, не касаясь уже простых наших смертных граждан. Что хочу сказать? Это очень больно, это очень грустно, но тем не менее зараза продолжает свирепствовать. Как с ней справиться, уже не знаю. Но это обо всем после. А сейчас я хочу вам прочесть стихи, которые я посвятил Петру Мамонову. Редеет полчище талантливых актеров, милеет наш кинематограф каждым днем. Теперь еще любимый умер Петр Мамонов, и не всплакнул печально проливным дождем. Опять ковид унес очередную с болью жертву, а сколько жертв последует потом еще? Как нам, зараза, уничтожить эту стерву? Возможно, завтра унесет ковид кого? Петр музыкантом был, поэтом и актером. Неординарный, но талантливый артист. В нем было то, на зависть даже режиссером. Он в 90-х пел и был рок-гитарист. В душе опять все оскудело поневоле. Хороним мы известных звезд день ото дня. Очередная к нам пришла беда и горе, а я прощальные пишу ему слова. Любимец наш народный заслужил почтение, хотя немного уже гаснет твой олимп, но нам наследство оставляешь сочинение, и светлой памятью не будешь ни забыт. Твой вклад в искусство и твои награды, талант твой безграничен, он также на века. Уходишь далеко за облачность ограды, будем взирать на нас оттуда, свысока. Спасибо тебе, Петр, за твой талант, за твое дарование, что ты сделал для искусства, для народа. Тебя все любили, тебя уважали. Ты был не такой, как все. Прощай, дорогой наш друг. Спасибо тебе за все.